20 января в Каспийске по инициативе руководства МВД сотрудниками ГИБДД по городу прошли плановые рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных неплательщиков, владельцев тонированных машин, наличие или отсутствие детских кресел и неправильная парковка транспортного средства. Основная цель инспектирования – это предупреждение и пресечение правонарушений, допускаемых водителями в состоянии алкогольного опьянения, а также грубых нарушений ПДД Российской Федерации. Отметим, что в мероприятии было задействовано максимально количество сотрудников госавтоинспекции со всех районов республики, в том числе руководящего состава. Кроме того, сотрудники ГИБДД также выявили автомобилистов, у которых светопропускание передних стекол на транспортных средствах не соответствовали требованиям технического регламента. При проведении мероприятий автоинспекторы проводили разъяснительную работу с автовладельцами, акцентировав внимание на том, что тонировка ухудшает обзор для водителя, что может спровоцировать аварийные ситуации. Кроме того, жителям рассказали о необходимости использования специально удерживающих устройств при перевозке детей, не достигших 12-летнего возраста. Транспортные средства с нарушениями на стоянках также были эвакуированы. Мероприятия по контролю за соблюдением водителями правил дорожного движения будут проходить весь день.